Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, наконец-то мы спахали поле. Закончились эти дожди, холода. Эта весна, конечно, вообще с этими холодами печалит. Даже сегодня, считайте, уже 24 мая. И обещали на ночь заморозки. Хотя сегодня уже так, ну, тепловато было. Так вот, прошли фрезой. Все равно вот кое-где вот травы. Трава растет. Пришлось вот, не знаю, посмотрим. Может, гербицидом пройдем. Она начнет расти. Пройдем гербицидом и будем закрывать. Это конец поля. Начало вон. Там он, где столб, он белый стоит. Немножко кривоватый. Вот. Здесь мы будем сажать на ягоду. Вот этот вот пучки травы, конечно, напрягают. Не знаю, как это все будет дело происходить. Сажаться. Здесь, конечно, я бы сказал, что это не очень готовая земля. Надо было два раза проходить ее, конечно. Уже накладно. Вот это вот этот, вот этот край и вон кусок сфокусирует руку, вон где птица ходит, вон там, там дальше нормально. Вот здесь вот почему-то травы, ну это трава, это не так страшно, тем более когда она уже перепахана. Вот сейчас я дойду. Так вот, в целом пойдет, где какие-то неровности немножко разровняем. Такие вот попадаются, колюхи, блядь. Здесь трактор, конечно. Ну, здесь бывшие огороды. Вот когда несколько раз, раза два-три проходится, вот такая история получается. То есть пух. Ну, дорого будет. Нам это сейчас, в принципе, не надо. Но все равно сядет. Вот еще одна делянка. Это уже целина. Такая вот история была. Распахали так. Будем здесь пробовать арбузы сажать. Арбузы, овощи. Потом на следующий сезон посадим здесь клубнику. Тоже. А там будут... Здесь вот поставим вагончик. Здесь вот надо мусор убрать. Здесь вот все загажено. Старые огороды. Приходится все разбирать, убирать. Там еще вырубать вот эти деревья. Вот. Все это заброшено. Печально все было. Но потихоньку восстановим. Здесь будет у нас следующий год. Здесь огород. Потом мы там все выкорчуем, уберем, сделаем так же, чтобы они были, ну, получается, как это, параллельно друг другу. То есть, как здесь идут ряды, эти сектора, так и здесь, да, будут идти на этой стороне. Ну, то есть, например, тут по 20 метров сектора, и здесь также будут идти параллельно. Вот, а тут дорога. Ну, то есть, чтобы все это было в шахматном... Короче, все это было, чтобы удобно. Вот. Так что. Начнем, наверное, завтра стелить агроспан. Блин, не знаю, вот еще тоже. Она же осядет еще в земле после вспашки. Сейчас застелишь агроспан, как он будет лежать. Будет прыгать, не будет. В общем... Такие вот дела. Ну ладно. Завтра пас покажем, как будет все это происходить. Эй! Здорово, братва! Ну чё? Хаваем? Червей, блин? Да, слетелись. Грачи пируют. Он жрет.
Вон их тут. Какое небо. Классное. Да, тут работа у нас, конечно, начнется. Но это какая-то даже радость. Даже радость прям. Так это мы долго ждали в этом году. На 3 недели позже все это делаем. Да, даже, можно сказать, на месяц позже. Печально. Но ничего не поделаешь. Погода, природа. Как будет, как оно, как все складывается, так и складывается. Тут уже мы не можем ничего повлиять. Теплицы у нас нету. Были бы теплицы, было бы, конечно, бы... Да, все равно холод был бы. Ничего бы так не происходило бы особо. Так что так вот.